Что ж, настала пора отправляться в бой. Ready, ты готов, Чичера? Отсюда не будет пути назад. Ну, видите. Судя по всему, это действительно финальный бой. Ну, давайте отправляться, наверное, и смотреть, что же там нас ждет. Понимаю. Я готов. Тогда идем. Что ж, с нами пойдет Кальден. И с нами пойдет девчуля. Я думаю, вот этим составом мы с вами и отправимся. Хотя, вот так тоже интересно. Давайте вот так. Они идут. Ты молчишь? Ты сомневаешься? Пусть у нас мощные маскирины, но нас так мало. Если бы с нами были Буратти, если бы вы... Не прячь от меня свои мысли, дитя. Если бы вы не велели мне оставить лабораторию Разитов в безмолвном ордене нетронутой, у Чичера не было бы зацепок. Если бы вы не приказали отправить меньше людей в Коношенсу и к разлому, у него не было бы шансов. Каково его место в вашем замысле? Дитя мое, ты должна принять. Я неизменно следовала за вами. Я выполняла все ваши приказы, не задавая вопросов. И после всего, что я сделала, вы не хотите открыть мне правду? Почему? Мое дитя. Бедное мое дитя. Мне нужны ответы, а не эти пустые слова. Ты ищешь душевного равновесия. Но ответы тебе его не дадут. Как раз наоборот, тебе станет еще хуже. Что? Как это понимать? Объясните! Ну все, начинаем. Люминарий, все остальные гильдии перебрались. Наши войска ожидают приказаний. Пусть обрушат мосты. Что? Мы не станем подниматься на борт тонущих кораблей, Жадан. Это путь глупцов, а мы не из таких. Но без них у нас ведь не будет никаких шансов. И если они захотят вернуться, останется всего один мост. Именно поэтому я поручаю тебе выяснить как можно больше об этой женщине, о Лючии. Стоит получше узнать наших будущих друзей. В конце концов, если она желает объединить Чите, она будет благодарна нам за то, что мы упростили ей задачу. Я вас поняла. Сейчас отдам приказ. Ну, куда ж без предательства? У нас неплохо получается. Не будем спешить с выводами. Надо помочь остальным отбросить противника и собраться вместе. Поодиночке у нас нет шансов. О, нам дадут наконец-то кого-то другого проконтролировать. Но мое предположение, эта все же штука пытается нас собрать, чтобы мы победили Лючию, и в итоге за счет этого могли бы, собственно говоря, спасти город. То есть, типа, Лючии все равно заготовлено поражение уже. Ого, вот это у него, кстати, скилл. Ну, к счастью, мы не стали брать с собой двух танков. То есть у нас, в принципе, обе команды довольно-таки сбалансированы. Мы можем и теми неплохо так. А что у нее делает маскирина? В землю, в пределах у нас забучие пески на 10 секунд обезвреживаю противников. О. Ну, враги, кстати, не сказать, чтобы слабые. Идем дальше? Идем. А здесь что-нибудь мы можем найти? Хотя какой смысл? Наверное, нам уже ничего не дадут, но может быть немножко лора игры, которого,
который мне лень читать, если честно. Тогда пошли. Дела идут неплохо. Их тут далеко не так много, как я предполагал. Наверняка еще подойдут. Надеюсь, это будет означать, что наша тактика работает. А также то, что это лишь начало. Надо продвигаться. Викария из Севилья, может, нужна наша помощь? Слушаюсь. Ну, не слушаюсь, а занимаюсь этим скорее. Ой, блин, тут побоище. Ух ты. Давайте помогать своим. Хм. Ну, оп, о. А, так, а что у него скиллы? Он может вот так делать. О, вот это вообще круто. И после этого еще с разворота запускать вот эту штучку. Вообще отлично. Так, это у него ауешный, я так понимаю. Но поздно. А вот проскакивание мне, кстати, нравится. Может быть, стоило выбрать воду за счет ее подвижности. Ну, мобильности. Это, ну, довольно-таки прикольно. Хм. Идем дальше. Ай, у нас почему-то вейпоинт в другой стороне. Хорошо. Благо, нам показывают хотя бы куда идти. Пусть ваши войска и неопытны на поле боя, но сражаются они доблестно. А ваши настоящие бойцы. Вы хорошо их обучили. Только бы этого было достаточно. Мессир, что такое? Дьячи. Им нужна помощь? Они не перешли мосты. Почему? На них напали? Нет, мессир, они... Говори, Эленсио, в чем дело? Они повернули назад. Что? Никто из них не ступил на мост, мессир. Не может быть. Это правда. Мне сообщили то же самое. Значит, нам пути назад нет. Сейчас не время говорить о пути назад, Валенсио. У нас еще много работы. Павел прав. Их очень много, а нас все еще куда меньше, чем необходимо. Но даже если мы соберем людей... Тристан, мы готовились к этому с того момента, как покинули трон. Это правда. Ну что ж, значит, идем до конца. До конца. Мессир, я останусь и помогу раненым. Да уж, перспективы не самые лучшие. Громко. И хорошо. Чем больше дактитов побежит к нему, тем лучше. Для нас? Чичеро, они знают, что делают. Доверься им. Понимаю, но трудно быть настолько беспомощным. Мы должны набраться терпения. Брекен, ты следишь? Скоро будем на месте. Сейчас обойдем остров и... Стоп! Клянусь лунами! Что происходит? Масочники, нас засекли. Стреляют по нам сверху. Нет! Что такое? Один из пузырей лопнул. Их там десятки. Мы ничего не можем сделать. Можем. Зелия, я заморожу воду вокруг нас. Так мы выиграем время. А потом... Давай, Тристан. Тристан, смотри. Ух. Ага, то есть нам надо добраться... Нет, их надо остановить, Чичеро должен выжить. Да, то есть нам надо добраться вот до тех ребят. Ну, запускай свою штуку, а теперь мы вот так вот проезжаем насквозь. И вот здесь запускаем просто шквал наших мечей. Так, эй, ты куда? Ты что там собрался? Вставай. Маленький любитель барабанов. Эй-эй-эй. Быстрее, быстрее, быстрее. Нам надо спасти наших комрадов, которые под водой. А, здесь, конечно, бойня. Так, кстати, вот в этом состоянии мы же неуязвимы. Блин, но у него почему-то заряд маскарины очень медленно устанавливается. Ай-яй-яй. И танковать нам вообще не с руки.
Ладно, мы можем их кайтить. Потому что они охотно, кстати, за нами бегают. Ай. Но при этом не обращают внимания на наших союзников совершенно. Как-то справились. Нормально. Ну, тоже тактика. Помните, если кто-то смотрел по Finder Kingmaker, когда сражались возле цветка, когда цветение было, там просто два человека кайтили несчастного соуха. Вот прям та же история. Ох. Вот это, кстати, неплохо. А, он может при этом телепортироваться. Слушайте, мобильность у него, конечно, дикая. А выживаемость совсем никакая. Мягко скажем. Ну, то есть даже не никакая, а может быть даже ниже, чем никакая. Ну, при этом урон довольно-таки хороший. Ай-яй-яй-яй. А, во. Остались один на один с гадом. Хорошо. Но маскирина при этом у нее тоже не заряжается совершенно. А, кстати. Может быть у него... Черт. Где его навыки-то? А нам не дадут, видимо, его навыки отредактировать вообще, да. А, ладно. Окей. Видимо, придется принять это как есть. А здесь что-нибудь есть? Я, конечно, понимаю, что мы с вами... Неторопливо немножко, получается, идем. Оп, 4-4-4, попробуем, давайте. А, да, он телепортируется, устраивает тут полный дестрой. Потом мы можем пройти вот сюда. Потом мы можем вот так вот, оп, проехаться. И чувака этого убить. Только бы мы не опоздали. Ой, мы получаем финальные очки опыта, смотрите-ка. То есть, в итоге игра, видимо, задумана так, чтобы мы могли 4 скилла максимально прокачать. Давайте, наверное, максимальный запас Давайте вот это улучшим. Это для затяжных битв, это для коротких лучше. Давайте для коротких, ладно. Здесь у нас что? Это для затяжных возьмем. Здесь. Тут у нас чего? Время восстановления навыка. А что это вообще? Модель усиливается. Время восстановления. Вот это неплохо. Здесь у нас что? Сопротивляемость урона ему повысим. А у Чичера осталась последняя убежденность. Вот это круто. Вот это круто. И Кальден. Кальдену, кажется, мы все прокачали, да. Супер. Смотрим. Валенсио, путь чист. Враги повержены. Неужели все? Их было не так много. Опять? Что-то тут не так. Надо продвигаться вперед. Походу разберемся. Верно. К мосту. Все закончилось? Видимо, да. Тогда надо идти. Мы так потеряли слишком много времени. Спасибо, Тристан. Ух. Ну что ж, смотрим, что мы можем делать на максималках. Жалко, что два пыща получаются как бы, ну, по сути, как один. Потому что урон у них не складывается. Но при этом мы можем вот сделать пыщ тут. Вообще у нас навыки восстанавливаются довольно-таки быстро. Вот что мне нравится в Чичера, что просто он может врагов, ну... Вот так вот делать, да. У него огромный урон, но это, видимо, свойство огня. Хотя, ну, другие стихии, я не знаю, было бы интересно посмотреть, конечно. Побежали. Стало меньше диалогов, заметьте, за гораздо больше боев. Ну, честно говоря, за игру мне боев немного не хватало. То есть история рассказывалась много, а вот именно каких-то действий мы совершали, не сказать, что бы. Ну что, понеслась? О, ладно. А мы с вами можем здесь сделать пыщ, здесь сделать пыщ. Вот так вот еще ударить. Вообще, наверное, то, что Чичера восстанавливает союзникам... Восстанавливает союзникам энергию, это очень помогает в бою, видимо. Что, неужто все? Кажется, сработало.
Рано радоваться. Мы не знаем, что происходит на самом острове. Масочников тут совсем немного. Похоже, наши товарищи хорошо поработали. Идем. Нельзя, чтобы их усилия пропали в туне. В туне? Что-то не так. Рекс? Что такое, Брекен? Этот камень. Бежим! Мост! Мост рушится! Он его держит! Надо спешить! Но... Быстро! Брекен! Чичера, надо скорее уходить с моста! Я... Проклятье! Уходим, уходим, уходим. Второй раз. Ай-яй-яй. Мы с вами можем тем временем применять вот эти штуки, получается, много раз. Ох, там кто-то по нам издалека сандалит. Но все-таки Чичера, у него настолько быстро восстанавливается вот этот навык огненного пуща. Ха. Что, ну... Ну и плюс Кальден танкует вообще просто на максималках. Так. Вот вам, ребята. Посмотрите, как у меня масочек работает. Эй. Да, мне определенно нравится то, как вот эта пати справляется с делами. Потому что по сравнению с другой, мы прямо это, с вами жжем. И у Чичера, конечно, урон адский просто. Вот и все. Вперед, ни шагу назад. Ой, еще группа. Но у нас, к счастью, смотрите, маскирина уже заряжена. Мы можем с вами делать пыщи. И заряд маскирина у нас практически всегда полный. Я не знаю, что у нас за анаболики такие у этой группы. Но прям... Вообще, как будто они не мега сильные враги. Вот этот шаг, ход, кстати, мне нравится, что мы двумя разными пати, получается, играем в какой-то момент. Ну, оно прям приятно, неожиданно. Нет! Они нас ждали. Нам нужно на другую сторону. Еще не все войска перебрались. Валенсио, мы потеряли на этом мосту сотни людей. Именно поэтому надо отправить Чичера еще. Как? Придумаем. Не будь глупцом, Валенсио. Чичера теперь сам за себя. Никаких подкреплений мы к нему доставить не сможем. Это еще не факт. Портьери, выступаем. Валенсио, проклятие. Лука, быстро. Клянусь светом. Что? Нет, их слишком много, Фавио. Валенсио. Что? Откуда они взялись? Нет, нет. Фуф. Так, атакуют указанную точку шквалом рубящих ударов, нанося урон всем противникам в пределах зоны. А на струе воды. О, перемещаются медленнее. И здесь преграждая путь противникам и снарядами. Ага. А это поток воды, который уносит противнику, оглушает и активирует метки стихии. Ладно, давайте проверим, что мы можем. Блин, конечно, заряд маскирины, у него это очень слабое место. А, благо, мы можем врагов довольно бесконечно кайтить, потому что на нас особо никто не фокусит. Так. Но при этом, да. При этом толку от нас очень мало в бою, такое ощущение, что... Проклятие, они нас ждали. Они не остановятся. Лука и Лаборос больше нет, Тристан.
Да, но... Мы должны продвигаться вперед, добраться до остальных. Большая часть Маликарты здесь. Что? Это гиблое дело, Валенсио. Назад пути нет. Там больше всего дактитов. Но то, что ты задумал... Портьерик, к мосту! Ух, я чувствую, сейчас он нас всех заведет в такое место, что нам мало не покажется. Ха. Ну, ладно. Тут просто, наверное, дело привычки, как вообще этой патькой управляться, сражаться. Да, судя по всему, когда мы превращаемся вот в этот шквал клинков, мы неуязвимы. О, а метку можно запускать сквозь врага. Ну же. Ладно, будем пытаться прорваться. Я надеюсь, что как-нибудь для этой пати все обойдется. А обидно, что девчули автоматом не применяют маскирины. Ой. А, и мы можем потом тут же выезжать из этого всего с помощью третьего скилла. О, вот что наши маскирины делают. Кстати, мощнецкая тема. Вот что я вам скажу. Ну, мы прорвались к мосту, но, судя по всему... А, вот здесь диалог. Валенсио! Сколько успели перебраться? Мало. Большая часть Качатори и Сорель были на мосту, остальные здесь. Проклятие! Тристан, нас загнали в угол. Ну уж нет. Они идут. Их не так много, кстати. Не выдержит. Пускай. За мной. А, он сейчас тоже засалифицируется, да? Скажи Чичера, я хочу им гордиться. О чем ты? Бери портьере. Ему нужны все силы, какие есть. А ты? Кто-то должен вас переправить. Ну, вот и все. Клянусь эпохами. Не может быть. Вперед. Спасибо. А он-то почему не может с нами пойти? Знаете что? Пожалуй, на этом подвисшем вопросе мы с вами возьмем и остановимся в этом эпизоде. В любом случае, я постараюсь, у меня так получилось, что на этой неделе немножко поменяется график серии канала, ну и мы в начале недели пройдем маскираду. Поэтому давайте скажем спасибо Андрею Фиолетову, Максиму Ваваеву, Мейхаму и Зуклике за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну и вам всем огромное спасибо, что вы приходите, смотрите эти прохождения. Еще пара эпизодов и, ну, точнее, еще один, и через него, скорее всего, будет финал. Вот. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи в следующем эпизоде.